4000 заявок подано на получение гектара на территории Арктической зоны России с начала реализации программы. Около 1500 участников уже получили землю в пользование, сообщает пресс-служба корпорации развития Дальнего Востока Арктики. Наибольшее количество заявок поступило на участки в Мурманской области – 2123, Архангельской области – 758 и Ямало-Ненском автономном округе – 529. Жители северных регионов подтвердили интерес к приоритетному праву на гектар. Они берут участки, чтобы улучшить жилищные условия или заниматься предпринимательством, отмечают в корпорации. Гектары в Арктике в приоритетном порядке предоставляются местным жителям. С 1 февраля 2022 года они станут доступны всем гражданам России, а также участникам госпрограммы по добровольному переселению соотечественников, проживающих за рубежом.